Всем огромный привет, Икея. Мы с вами находимся в отделе гостиной, но конкретно сегодня посмотрим Каллакс. Почему называю сразу же серию? Потому что, ну, тут все Каллакс, тут полный Каллакс. На самом деле это очень известные стеллажи, и сколько лет уже существует наша Икея в нашем городе, эти стеллажи неизменно остаются, и они остаются фаворитами. И начнем, пожалуй, с таких вот, наверное, маленьких кубиков, которые состоят из 4 отсеков. Цена вопроса 2699 рублей. Это стеллаж Каллакс и 77x77, цвет белый. В данном случае просто стандартно, да, то есть, ну, это вот отдельно продается. 269 рублей убирается. И получаем вот такой стеллаж, полка, тумба, в общем, как угодно. Простейший вариант, но тем не менее цены на него практически не снижают. Также можно выбрать под беленый дуб, черно-коричневый, глянцевый, белый. Ну, мы с вами смотрим просто белый. На складе. Тут же можно рассмотреть под беленый дуб, как он выглядит, и сравнить на контрасте, что вам больше нравится, просто белый, или как матовый, так назовем, или под беленый дуб. Тоже здесь никаких вставок, ни колесиков, ничего, просто 77x77 сантиметров. Следующая уже 77x147, цена 4299. Его можно располагать как вертикально, так и горизонтально, как угодно. Смотрите, уже гораздо шире выбор. Можно подобрать не только однотонные, но и комбинировать серое дерево, черный, белый и белый и орнамент. Белый орнамент, кстати, это новинка. Цены также меняются в зависимости от того, какой же вы выберете. По характеристикам. ДСП, ТВП, пластмасса, бумага, размеры 77, 39, 147 и вес 13 килограммов. Размер упаковки тоже можно здесь посмотреть, чтобы понять, насколько влезет, не влезет. Вес 31 килограмм. На складе ряд мест. Здесь уже поинтереснее тем, что предлагают, как бы разнообразить данный стеллаж. Например, но это не для разнообразия, для безопасности. Универсальный замок Ундвика 349 рублей. Это, да, в отделе детской продается. За две штуки просят, чтобы ребенок не открывал туда-сюда и палец не прижал. А вот ставка с дверцей 800 рублей. Цена за штуку. Вот эти дверцы вставляются, открываются. Следующее. Ну, также разные цвета. О, кстати, глянцевый белый будет подороже, 1500. Следующее в Каллакс и 33x33 вставка с двумя ящиками, 1500. Также, если глянцевый белый, то 2000. Вот, пожалуйста, дополнили данный стеллаж двумя выдвижными ящиками, вставками. И уже заиграл совсем по-новому. Новый функционал появился. Ну и как вариант, просто можно использовать корзины. Такая стоит 1000, она идет сейчас до 24 июня, у кого есть карты Kia Family. С интересной скидочкой. Обычная цена 1300, это Аэротанк. Ручки с двух сторон. Ну, она, кстати, тяжеленькая такая, достаточно. Пройдемте дальше, ведь это не самое интересное. Вообще, кстати, вот вариант, как можно разнообразить и дополнить. Вот обычный 77x77, этот уже расширенный. Цена такого стеллажа 6000. Здесь комбинируют как просто вставка с дверцы, так уже выдвижные ящики, ну и просто корзины. Для папок, для мелочей. А что же интересное здесь? И для пустоты. А, кстати, вот как они крепятся. Ну, а здесь опять простой вариант. Тоже простой вариант. 4300, но в темном цвете. И темный кубик.
Пример, как можно скомбинировать стеллаж 8000, сам темный, полки, вставки белые. Пройдемте к следующей модели. Белый Калакс 112 на 147, 6000. Варианты: белый, подбеленный дуб, черно-коричневый, глянцевый здесь не имеется. Можно установить вертикально или горизонтально, использовать как стеллаж или сервант. Ну, собственно говоря, что я в самом начале и озвучила. Характеристики: ширина, глубина, высота, максимальная нагрузка 13 кг, две коробки. Используют коробки 269 рублей. Это не ротанка, не легкие, просто обтянутые ткани. Тут же на контрасте смотрим в черном исполнении. Также здесь используются дверцы и вставка с двумя ящиками. И еще тоже интересная, так скажем, фишка. Кому-то она покажется удобной, кому-то неудобной. 700 рублей и подвесная секция для аксессуаров. Тоже Калакс. Благодаря вставкам стеллаж Калакс будет идеально соответствовать вашим потребностям хранения. 700 рублей. Полиэстер, хлопок, кожа. Кожа, кстати. Не просто так. И 56 на 36. Не стирать, не отбеливать, не сушить, не подвергать химической чистке. Чисто пылесос. Все, крепится оно с обычной системой ремни. Не такая уж и мягкая кожа. И сама ткань. Как вариант, здесь для бумаг. Почему бы и нет? Ну и черный цвет, он такой. А новинка? Почему новинка? Ну, пусть будет новинка. Вот, кстати, стеллаж Калакс за 3300, который расположен горизонтально и использует его типа как сервант. И одиночные кубики 1700, размер 42 на 42. Тоже их можно использовать как вот на стене подвесить, либо как самостоятельные тумбочки. В принципе, очень функциональные стеллажи, мне кажется, функциональнее пока не придумали, только копируют сейчас вот с этих моделей. Белый подбеленный дуб, черно-коричневый, у всех 1700, все одна коробка идет, 42 на 42, глубина 39. Белый подбеленный дуб, черный, ну что-то здесь его нет. Сама вот эта вот полочка-сервант. Вот посмотрите, простой стеллаж дополнить софитом, и уже совсем другие краски, совсем другое ощущение, как будто это необычный Калакс. Софит, кстати, здесь за 3049 рублей. Он встраиваемый. И дополняет, образ дополняет. Ну и светлый. 42 на 147. Тоже здесь нету глянца, поэтому все цвета идут по одной цене. Так, добрались до большого. На закусочку, так сказать. Большой размер 147 на 147. Хотя нет, на закусочку мы посмотрим, скорее всего, уже в следующей части. Там будет полный фарш. Итак, 7000. Белый цвет. Можно использовать для разделения комнаты, собственно, как его практически 100% и используют. Дизайнер указан, на складе ряд местом. Посмотрим характеристики. Вот здесь есть уже глянцевый белый, черно-коричневый, подбеленный дуб, белый. Глянцевый 12000. Информация о товаре. Имеется максимальная нагрузка 13 кг. Две коробки. Также здесь идет комбинация, сам он белый, а вставки подбеленный дуб. И коробочки тоже подобрали под цвет. Тоже 260 рублей, это дрёна, у них сейчас целая серия. Они не однотонные, а такие вот разноцветные, в крапинку или там какие-нибудь синие цветочки. В общем, тоже стоит внимания обратить, пересмотреть и прикупить.
тоже 800 рублей, но цены, в принципе, не меняются, только меняется цвет. 33 на 33, имеются другие цвета. И глубина тоже здесь указана, 33, 37, 33. Ручки миниатюрные, такая вставка и получается. .42 на 147, но уже не вертикально, не горизонтально, а вертикально. 3300, коробочка дрена. И сюда даже вместился мини-комод. 1500 стоит. Это просто фанера березовая идет. Ящики выдвигаются полностью, никакой обработки. То есть, ну, фанера, она есть фанера. И все, ничего лишнего. Просто в виде такой вставки. Так, это была первая часть. Я думаю, что я никого не удивила. Все просто очередной раз посмотрели, взяли на заметочку кто-то, что есть и такие стеллажи, что за ними необходимо приехать в Икея. Наша Икея, город Екатеринбург, улица Металлурга, 87. В Меге находимся. Ну а пока следуйте на следующую часть, там будет еще интереснее. Всем, всем, всем отличного настроения!